Ну, тут я, знаете, что не выдержал. Посмотрите, груша обыкновенно лесная красавица. Мне обидно стало. Ну, где же вам взять-то лесную красавицу? И это Франция. Она с Франции, минуя всего, в Сибирь попала, а теперь пошла по России. Ну, у вас-то в питомнике, откуда вы ее взяли, а? Вот фотография. Наверное, вырастили. А сейчас, любуйтесь, где на взяли фотографию? Я могу прямо сейчас открыть. Это, допустим, найдется среди вас, слушателей, хоть один такой, въедливый-въедливый, а вот хоть раз железу поймаем за язык, а вот не то, что прервал, преувеличил, или там случайно обманул, собрал там это. Пусть он нам сейчас докажет, что это его фотография. Я тогда наберу фото, груша, мы зайдем в ту папочку, и эту фотографию я вам покажу, но уже там вот так вот только курсор подводишь, все, паспорт есть этого самого фотоаппарата, вот это, вот это, вот это, вот это, видите? Вот. И, то есть, получается, этот питомник слямзил. Нет и не может быть никакой лесной красавицы. Почему он свою фотографию? Вот. Я уже говорю о том, что они все из интернета. Вот. Понимаете, вот. А, только груша толгарская красавица. Да он в глаза не видели, а толгарская красавица. Она зеленая, толгарская красавица. У нее форма вот такая вот. Это общеизвестно. Это один из лидеров. У нее вот такая форма. Вот она. Она похожа на сосульку ледяную. Нам врали уже дальше некуда. Ладно, поняли, да? Я к чему говорю? Это к теме вот этих вот несчастных семейная пара. А им, они чуть-чуть, если моложе меня, то ну, дай бог на 5 лет. Ну а мне верят, почему? Там еще разговор был. Ну мы не смогли космическую купить. А я потом в кино, сегодня же снял кино, показывал космическую, вот эти красавцы. Вот. Саженцев нет, космической нет, мраморной нет, это супер груши. Зато есть это. Гигант Подмосковья купили. Они о нем ничего не знают. Я говорю, да успокойтесь, гигант Подмосковья, это как вообще что-то невероятное. Ну все, поняли, да? Вот. И хватит уже выписывать. Сами уже будут. Сколько можно, ведь все равно обманут, все равно обманут. О. Похоже? Так. Еще саженцы клоновидных яблок. Каждый день я, когда включаю компьютер на Яндексе, я вижу вот эту вот, вот этот оазис. Вот. И еще раз, смотрите. Сейчас я беру, ну просто ну, не выдержу. Я взял и перефотографировал. Смотрите. Сейчас. Сейчас. Ага. Вот. Так. Не обидеть бы других. Не обидеть бы других. Ну, под руку попалась. Представляете? Уже сколько лет я долблю. Да уберите вы мои фотографии-то вот эти. Гарден Март. Ну, вранье же, чистое вранье. Это плоды 80 грамм. Откуда вам такие взять-то? Ну, это ладно. Теперь давайте смотреть сюда. А вот еще одна моя фотография. Тогда получается, что не здесь я ищу. А вот они, колонны. Итак, когда я вот это взял, я тогда взял и начал фотографировать прямо с экрана. Внимание. Красота. Нарисовали. Все нарисованы. Нарисовали. Нарисовали. Ну, большая часть нарисованных. Большая часть нарисованных. Остальные с интернета. Ни одной своей нет. Ни единой. Я вот эти фотографии наизусть знаю, хоть у меня плохая память. Вот. Я к чему еще раз говорю? Перестаньте и, пожалуйста, научите всех, всех друзей, родственников. Нету сейчас вот это, вот это, вот это, вот сейчас назад чуть-чуть пролезну. Вот. Видите? Нету ни одной груши коловидной на всей планете.
нету ни одной нектарина на всей планете. Нету ни одной сливы калновидной на всей планете. Ни одной. Видели? Нету. Ничего этого нету. Персика калновидного, Штайнберг. Ни одного нету. Вы понимаете, какой масштаб имеет? А я воюю до сих пор в одиночку. Когда-то у меня есть фотографии, я их снимал также. Это съезд питомника кого-то в России. Чистая формальность. Голосовали там за что-то. А вышвырнуть всю эту сволочь, которая продает саженцы южные с рынка, никак невозможно. Ну, провести какую-то ревизию, чтобы хотя бы, ведь стоит только уголовное дело открыть вот этот вот самый питомник. Чем вы торгуете-то? Как можно торговать тем, чего на планете нету? Помогайте, друзья. Вернемся к нашим, понимаете, кому. Вот. И еще, это будет как бы все объединено одним этим. Я сейчас подстраиваюсь под брата, он потом режет на кусочки эти вебинары. И каждому получается по темам. Вот я сейчас все в одну кучку. Почему? Я был шокирован, я очень хвалил. У нас очень мало самых настоящих питомников, которые производят настоящую продукцию, которая еще и не погибнет. Видите, я не боюсь говорить, у меня сын Сергей занимается в Сибири. Питомник зимует на морозе. Сегодня угощали людей этими же грушами, которые они брали, да? Покупали саженцы. И вот этот питомник я тоже хвалил. Мне как потом стыдно, вот сейчас думаю, да что это такое? Опять появляется реклама этого питомника. То ли я тогда не заметил, да что ж это такое? Вот он, сибирский питомник. Настоящий, саженцы продают. Внимание, абрикос, по двое, вишня песчаная. Боже мой, сколько опять будет горя. Абрикос на вишне песчаной. Абрикос вдруг этажный дом с гигантом. И вдруг кустарник 1,5-2 метра на нем, под ним. Можно представить такое? Слива. Подвое сеянцы вишни песчаной. Да ёп. Сколько же она проживет-то? Год, два, три. Ну что ж ты будешь делать, а? Вот. Все одно к одному. Сколько людей будет это? Вот, нашли по двое. И главное что? Смотрите. Ну, вырастить абрикосовое по двое что, трудно, что ли? Слива вырастить, вот же написано. Слива уссурийская. Трудно, что ли? Ну, зачем вишню-то? Ладно, идем дальше.